Всем привет, ребята! Продолжаем играть в Звездные войны. Лего Звездные войны. Продолжаем сюжет. Я даже не помню, какая глава. Седьмая, по-моему. По-моему, седьмая. По-моему, это уже седьмая глава. Я отвлекался, ребят, что-то и нет. Не работает. Тут гроза прошла, и молния ударила мне в пукан, и, соответственно, нет, поломался, поэтому хз, хз. Пойдя, надо возвращаться на сокол. Пойди, ну пошли, что тут все порушено, конечно, печалька. Что поделать? Что поделать, когда все разрушено? Где мы будем теперь зависать? Место, где столько мерзавцев. Камей так говорится в рекламе. Звучит отлично. Ну, честно говоря, да. О, постойте, я достижения получил. Они страшны только с виду. А что это, вы прошли шестую главу? Постойте, только сейчас? То получается, только сейчас я получил достижение. Что за магия, блин? Почему до этого достижения? Где все остальные достижения были? Вы победили 100 сит-истребителей. Ну, круто. А почему только сейчас я стал получать достижения? Что за задержка? Сейчас еще 10 выскочит. Я имею в виду, я их раньше получал. Только как-то Xbox о них очень поздно оповещает. Правда, Xbox, как и PlayStation, сейчас оповещает о достижениях в самые драматичные моменты. Тут драма и такое, достижение, вы прошли, какой-то такой, ну блин, ну что такое? Чем я заслужил? Ладно. Ладно, я тут, кстати, на карте какие-то отметки стоят непонятные. Я в них даже могу, если я захочу, я даже в них расизм могу увидеть. Ладно, шучу. Шо тут? Карбонитовый блок, которых... О! Мы получили за это золотой блок. Карбонитовые блоки, принесите их, чтобы получить что-то там. Ну, круто вообще, да, карбонитовые блоки, ребят. Так, Чупакабра, давай. Отрабатывай. Все, ребят, пошли вперед. Корабль мы убрали, проход расчистим. Я спасибо еще, должны сказать, что я вообще занялся чисткой этого прохода. Кстати, да, седьмую, получается, прошли, значит, сколько осталось. Эй, погоди, дай посмотрю. Да, надо попытаться узнать, где тут... Мне кажется, вот здесь, да, вот здесь. Слабая точка. Для джедайского меча. Да, так и думал, дерево. У тебя же есть святой меч, помнишь? Блин, Кристофер Фор, такой голос раздраженный постоянно. Не знаю, такой серьезный, раздражен, типа, о, как я все достал. Возможно, это возраст, возможно, я просто из-за возраста все уже достал. Наверное, хотя. Хотя хезе, хезе. Хезе, ладно, пошли. Пошли, нам недалеко. О, вот и 40-летие. На нем ни царапинки. Ну, ни одной новой. Так что, я думаю, мы уже можем идти. Продолжить? Да, конечно же. Конечно, куда задерживаться? Глава сева... А, не, это только седьмая глава начнется. Сопротивление. Что там написано? Захватив Рей в плен, первый орден отступает. 100 каданы после неожиданного нападения сил сопротивления. Учу первый орден, написано маленькие буквы, а сообщение прям крупные. Я вот не понимаю. Вернувшись на Старкиллер, Кайло прилагает все силы, чтобы выведать Рей, где находится Люк Скайуокер. К его удивлению, она оказывает сопротивление. Очень забавно видеть сопротивление дважды. Видите, сопротивление... Постоянно, вот понимаете, у Кайло проблема просто с сопротивлением. Это, видимо, наследственное. Видимо, это наследство. А, вообще-то... Ку-ку, я готов пропустить... Да, все. Тебе дала отпор. Мусорщица! В ней присутствует сила, она сама не знает, насколько мощна. Но, дружит. Решил, что у меня больше нет необходимости. Ведь девчонка у нас, не так ли? Разыскиваемый дроид, скорее всего, попал в руки противника. Мы уничтожим сопротивление, прежде чем найдем Скайуокера. Мы знаем, где база. Отследили разведчиков для системы и линию. Хорошо. Просто крушить их раз и навсегда. Готовьте оружие. Да вы довольный.
Ровно нельзя вытащить из нее карту. Если ты говоришь правду про девчонку, приведи ее ко мне. Эй, а почему все? Если ты тебе не достается мороженое, не значит, что другим надо портить праздник. Смотри, как кораблики прилетели, ну-ка. И какого-то хрена ты живой. О, Подэмер! Подэмер, живой! Дружище! Это, конечно же, было ему. ББ-8 говорит, ты его спас. Нам важна любая информация. Генерал Ли, как только мы сопоставим навигационные карты ББ-8 с нашим, то сможем найти люк, главный компьютер за теми дверями. Так, давай. А ты не можешь ничего сделать? Чё-то, походу, нет. Не-не, давай дальше. Вот, все, фу, вроде починили, нет? Да? Вроде да. И в прошлый раз был как-то не до конца. Видимо, нет. Ты не могу понять, в чем твоя проблема? Я тебя чиню, а ты не хочешь. Давай еще раз последний самый. Я просто не понимаю, в чем прикол? Ну вот я как бы запускаю эту горелку, и ничего что-то не меняется-то от этого. Тут целых 4 этих штуки, я не думаю, что мы в состоянии что-либо здесь передвинуть. Даже я даже уверен, что нет. А, здесь нужен ты, привет. Давай. Может, поможет, от тебя польза будет какая. Да! У нее тут просто механизм другой. Всему не знаю, тупи сама подойти к гермодвери. Повторяю, всему не знаю, тупи сама подойти к гермодвери. Чтобы отдать честь? Достойно. Да, генерал Лея. Так странно, то была принцесса, теперь уже генерал. Вот что значит расти, расти в ранге. Так, знаете, нечаянно. О, постой, генерал Ли! Вот где мы сможем их задействовать. Нужно спустить этот ящик. Все, те ребятки нам помогут. Я думал, что тут нужно как-то подумать. Блин, он с сосиской стоит разговаривать. Черт, тут выглядит немножко стрёмно, ребят. Когда кто-то такой с сосиской стоит разговаривать, это всегда выглядит как-то немножко не так, честно говоря. Я думал, генерал Ли не должна заниматься такими вещами, как ремонт, но... Генерал у нас народный и занимается всем, чем не попасть. Видимо. О, простите, я, но двери заблокировали за легкого проблем. Так, надо спустить вниз два зажима, затем зайти к клавиатуре контура. И побыстрее. Или открывается только изнутри. Это нормально, но Обон, к сожалению, понимает только Боке. К сожалению. I speak Bocce like a second language. Hey, my guest. Можно я тебе помогу? Я говорю на Бочче, как на родном. Амамуна. Сейчас случайно не то нажал. Амамуна, инату. Готово. Инопланетная речь. Все, сейчас он нам поможет. Надеюсь. Как же полезно знание иностранных инопланетных языков, ребята. Без этого сейчас никуда. Почти.
Вот что часть второго зажима вмерзли в лед. А где второй зажим? А кусочки где? О, они в третьем ангаре, простите, отвлекся. Блин, а кто нам поможет тогда, если тут все прям такое промерзшее? О, ты, значит, можешь не замерзнуть. Так, нет, здесь нужен кто-то из штурмовиков. Что-то штука не хочет двигаться. Что же с ней не так? А-а-а, вижу, что тут не так. Правда, не очень понятно, чего мы сейчас добьемся, но ок. Может, тут надо... А-а-а, трек надо достроить, понятно. Я так и не заметил. Не, серьезно, я это сразу так и не увидел, что нужно. Давай, робот, помоги. Нет, ты не можешь помочь, черт возьми, печальная зрелище. Кто-нибудь может попытаться толкнуть эту штуку? О, другое дело. Понеслась. Сколько ждать, пока растает слишком долго? О, у меня есть предложение. Подсказки именно так и поджарю эту сосиску. Не самая плохая идея. Плохой идеей был взять тебя в ряды сопротивления. Хорошо, можно использовать этот кран, чтобы довести блок куда нам нужно. Нам что-то забрать часть рейсов, чтобы починить корабль, но вам должно хватить. На самом деле нам сейчас не хватает. Пока вы тут готовитесь, можно я построю еще одну? Нет. Поджарю еще одну сосисочку. Только и думай, тоже сосиски жарить. Так, нам нужно вот сюда тебя провести. Так, сюда, и все, опять тупик. Теперь нужно разнести снова вот эту штуку. И построить ее здесь. Дальше все должно быть, в принципе, ну, просто. Еще пару таких манипуляций, и все будет готово. Блин, тяжелое! Ну, надеюсь, мы справимся, она не упадет. Хотя, если она упадет, наоборот, разморозится. Потому что определенные плюсы тут, конечно, есть. Так, придется снова разрушать. Так, блин, слишком много разрушений и перестроек трека. Можно было один раз все построить и... Не, ну, теоретически можно, так практически нет. Ай-ай-ай-ай-ай, нет, не сюда. Вот оно, вот, дело пошло. Хорошо. Давай, навались. Эта штука интересна, она сама сейчас пыхнет, или мне надо будет помочь ей пыхнуть? Бэй, в общем, перекрути твоего крестокрыла на холостой ход. Обычно оно пыхает само, но почему-то именно ко мне надо, оно само пыхать не хочет. Вот, другое дело. Теперь понятно, зачем все было нужно. В тот момент, когда ты все понял. Здесь даже ты справишься, Финн. Черт, я не против сейчас съесть жареную сосиску. Честно говоря, давно сосисок не ел. Надо будет купить как-нибудь поджарить. С яичницей самое оно, ребят. Заходит на 10 из 10. Ребят, на 10 из 10. Сейчас тот проголодался и такой, типа... Ну, Евген, ну зачем рассказал про сосиски-то прожаренные? Про еду богов. Диспетчерская вон там. Надо больше не думать жарить на крестокрыле. Медленно надо перекрасить руку, а то меня едва узнают. Плюс ты некрасивый с эстетической точки зрения. Ты, наверное, уже 30 лет ноешь. Я больше не попаду на эту планету, где засталась эта злосчастная штука. Еще куда? Еще на кислотный дождь.
Ну, всякое бывает. Я тут про другой протест недавно читал в новостях, но я не буду ничего насчет него, наверное, рассказывать. Двери диспетчерские тоже закрыты. Я тут ни при чем. Вот, готово. А что? А, мне что-то дали? Это робот? Да, это один из них. Если построить всех, наверное, дадут конфету. Хотя... В фильме этот момент занимал намного меньше времени. Там просто, по-моему, поговорились в зале, и все, как бы на этом все кончилось. Наверное, поэтому и решили его сделать немножко подольше, немножко растянуть удовольствие от него. Ну и штаб сопротивления показать, как бы тоже дело большое. Нужно его показать, чтобы было как бы поинтереснее. Еще одного дроида построили. В штабе сопротивления любят дроидов. Правда, ребят? Правда. Конечно же, правда. Не, было бы странно, если бы здесь не любили дроидов. Это имперцы ничего не любят. Ну и? Не очень понял, в чем прикол. Доступ к команде театра требуется помощь группы персонажа. Найдите такую группу. Командный терминал группы... О! Ребят, генерал, будьте любезны, встать на сканер личности. Не, вообще, вы должны, наверное, сюда вставать. Нет? Не, наверное, все-таки сюда. Просто не очень уверен, а, что мы сейчас вообще делаем? И, наверное, такие смотрят, генерал ли немножко разбушевался. БВС, можешь загрузить свои данные в порт Астер Механика? Да, БВ-8 кушать не просят. Хм. Это порт Астер Механика, это куда? Или может это все-таки туда, в ту сторону? А, все, кажется, я понял. Кажется, я теперь понимаю. Все, вставаем. Встаем. Другие двое-то где? Ребята, алло. Дебзя. Чего вы разбегаетесь? Каждый раз, когда я пытаюсь вас поставить на нужное... Да, все, гад, наконец-то. Все, подрубили, ребята, смогли. Что-то я не знаю, как-то не шло делать, честно говоря. Вот так вот, наконец-то. На время сойдет и так. Это всегда так, знаете как, штаб сопротивления. Ну, знаешь, и так сойдет. Нормально. Пошли. Нет, дело мне не сразу придет. Давайте осмотримся здесь. Соберем все, что можно собрать, а потом уже... Знаете, на каких-то локациях, кстати, очень легко собирать всякие, ну, эти фишки. А на каких-то локациях трудно. Вот, может быть, это одна из тех самых локаций, где трудно, несмотря на обилие предметов, скажем так. Кто-то состоит с кофе из Старбакса. Какой-то дедушка-майор, наверное. Так, ладно. Мне вспомнился мой ранг в Call of Duty. Давно еще, когда я играл, еще в Call of Duty Modern Warfare 3 играл, это был в 2012. Я там был еще молод. В 16 я очень много играл в Call of Duty, ребят. Практически прям каждый день я только и делал, что в сетевой игре торчал.
Но я тогда еще не был ютубером. Это было прям дома, аккурат до моей ютуберской карьеры. Тогда я торчал, ребят, целыми днями в колде. Знаете, наверное, новые колдовые тоже попытаюсь как-то поторчать там, да и новой батле хочется. А то как-то я ни в одной игре долго не торчу, хочется как-то, не знаю, зависнуть в одной. Прям выбрать такую интересную игру и вот висеть в ней. Наконец, ребят, мы сделали это. Сейчас знаем, где люк у нас промышляет. Что-то, Генерал, нужно сообщить, что карта, извлеченная из памяти B8, является фрагментом. Хуже того, не совпадает ни с одной из зарегистрированных систем. Для обнаружения господина Люка слишком мало данных. Я там все наконец-то думал, найду Люк и верну домой. Первый орден готовит орудие к использованию, у них цель. Наша система. B8, ты напрасно теряешь время. Боюсь, нет, с тех пор, как исчез мастер Люк, он не выходит из режима ожидания. Разве данный снап связан с теми, что рассказал Финн? Это база Старкиллер. Как вообще можешь зарядить орудие такого масштаба? Источник энергии звезда. Чтобы зарядить, нужна звезда до полного исчезновения. Ладно, как нам его взорвать? Любое орудие взрывается. Это адмирал, чтобы хранить такой объем энергии, база должна была оборудована термоисцилятором, который надо уничтожить. Есть такой? Если получится вывести его из строя, это дестабилизирует ядро и уничтожит орудие. Значит, поразить осциллятор, приберемся и уничтожим. И защитный экран невозможно пробить нашими кораблями. Я отключу их, но чтобы получилось, я должен быть на базе, на планете. Типа, его не жалко, он из первого ордена. Мы подбросим. Поматросим и подбросим. Ремонт завершен, осталось загрузить топливо и боеприпасы. Топливо, боеприпасы и печенье Вуки для Чуи. Хочу осмотреть его перед взлетом, а вы давайте-ка займитесь припасами. Не забывай, кто из вас двоих генерал. Он такой, типа, я генерал. Ладно, пойдем. Получать! Да тоже немного механик-любитель. Скажи, а чем ты залатал генератор противошокового поля? Кажется, я использовал скотч. А это безопасно? Ну, так он же изолирующий. Карумоно. Простите, будьте любезны отправить нам доступ к складу припасов. Че ты долго рассказываешь? Вот тена, боюсь, что господин Нап мне на настроение помогать. А что с ним не так? Че делать будем? Лея такая типа, я серьезная. Не в настроении, он что-то делает, по-моему, не? Узел подъемник. Хотя мы сами должны все сделать. Ну ладно, Намп, если ты такой хер. Да, ладно, так уж и быть, я сам. Все сам, видишь, вот ни на кого нельзя положиться. Все писосы, я один король. Ладно, давайте пойдем туда, вернемся обратно. Вы знаете, я люблю бегать туда-назад, туда-туда-назад, туда-сюда. Ребят, забираемся. Мужики, на борт. Безопасность прежде всего, перила. Safety first. Так, хорошо, это пробить нельзя, к сожалению. Вот это? Наверное, вот это. Потом используем, разрушим, посмотрим, что еще сгодится. А чего они внизу? Надо как-то их наверх завести, ребят.
Ну-ка, давай, поднимай нас. Отлично, поехали. Почти там, почти там. А, нам нужен кто-то... Кто-то с руками. Конечно, ты, у меня есть своя шарообразная форма, но нам нужен кто-то с руками. Я не хотел выглядеть как расист, который не любит роботов. Это было бы очень неприлично, с моей стороны. Так выглядит. Все, что сделать господин Абба 4, лежит в этом золотом контейнере. Так, давай золотой лего-объект. Так, еще немножко. Посмотрим, куда мы сейчас попадем. Бум. И бум. Что-то мы очень долго тащили этот контейнер. Правда такой ценный? Молодец, Баба 8. Даже F2 не справился бы так хорошо. Ящики очень прочные, придется долго перестоять, прежде чем мы его вскроем. Не страшно, вскроем. Нам нужно что-то мощное. С помощью группы персонажей. Соберите такую группу. Может быть, эта группа, может, группа любителей мороженого нам поможет? Что-то у меня чувство, что группа любителей мороженого вполне справится. Ладно, давайте пока займемся другими штуками, потому что иначе мы надолго тут, наверное, зависнем. Что-то я... Ой, я не видел, какую кнопку отжать. Надо было Y. Давай, давай. Нет, нет, черт возьми, что я делаю. Вот, все, наконец-то. Наконец-то. Что у нас тут получается? Ну, пока что получается какое-то что-то разборное. Нужно сборную сделать, это не разборную. Потому что разборную у нас уже было, сборная проиграла наша. Еще каких-то фанатов арестовали, я читал историю как, о том, как их арестовали. Ребят, давайте. Да, здорово, постреляли, молодцы, ребят. Ставим господин Намбу мороженое. Не забудьте про библиотеку, он дал четкие указания на сей счет. Ну, теперь он доволен, смотрите, как он доволен. Какая-то муха жужжит, уйди. Я понимаю, что это автомат для мороженого, но, блин, как муха. Хорошо, это мы только печенье добыли. Мне интересно, сколько же манипуляций придется делать, чтобы добыть все остальное. Как вы думаете, ребят? Сколько всего потребуется, чтобы добыть все остальное? Еще один истребитель. Мы, кстати, одного робота так и не дособрали на предыдущей локации. К сожалению, огромному. Так, очень странно, что генерал отвозит. Вот это. А? Ну вот, самое главное уже погрузить. Осталось лишь топливо до оружия. Да, самое главное, самое трудное, наверное. Я думаю, все остальное будет легче легкого добыть. У меня есть такое стойкое чувство. А у вас, ребята? А у вас? А у вас? Потому что мы дольше всего ходили именно вот за этим. Ну, сейчас посмотрим, как с остальным дела пойдут. Да, с световым мечом, конечно, сподручнее сражаться.
Этот странный звук светового меча. Даже сейчас он кажется чем-то странным. Истинный джедай, блин, я даже не заметил, как я добил до этого ранга. Хотя, да, учитывая, сколько всего я тут разнес. Мне не такое должны дать. Ладно, здесь вроде как нечего. Постой, а эту штуку мы никак? Не, здесь нужны или люк, или вейв. У нас нет ни того, ни другого, к сожалению. Или же... Не-не-не, ничего не выходит. Ничего, ладно. Давайте пойдем с вами куда-то еще, наверное, тогда в левую часть палубы. Чем кем-то вот до того, как стать повстанцем, наверное, мороженое продавал учителем труда. Физруком он работал. На ТНТ. Кстати, говорят, в этом году должен выйти фильм «Физрук спасает Россию», но что-то у меня чувствуется, что не выйдет. Я думаю, его пиарили вовсю, если бы вышел. Хотя вот черт его знает, сложно сказать. Ребят, все погружаемся, хз, что там наверху будет, но явно что-то хорошее, не? Вы не хотите со мной, человек? Я думаю, поедем вместе толпой, так сказать. Ну, мужики, ну давайте хоть сюда-то навалимся. Дай-ка мне. Блин, нам нужно снова идти за чуваками и звать их с собой. Чтобы они унесли нас с собой, ребята. Чувачки, где вы? О, чувачки. Поехали? Все, поехали, пошли. Пошли. Пошли, сейчас подвинем блок. Я так знал, что чуваков надо взять с собой чисто хотя бы... о, боже мой, тут пахнет постоянно грилем каким-то. Скорее, помоги генералу. Все, навалились и пошли, я думал, по центру. Похоже на какой-то кулер, блин, в процессоре. Давай, разбивай все. Потянули? Потянули. Финн, помоги-ка. А Финн говорит, стыд улыбается, типа, я не при делах. Тут серьезно, доставать оружие здесь слишком трудно. Это слишком напряжно. Come on, let's get these on board. Кто-нибудь запрыгните? А, да, и просто на борт. Я думал, надо что-то еще. Не-не-не, нам хватит. Как минимум оружие довезем. Не, ну это ж уже много. У меня тут уже переизбыток фишек. Что ж, как только заправим, все будет готово к котлету. Ну и мы молодцы, ребят, мы почти справились. Осталось немножко. И как всегда, сижу тут в темноте, в темной комнате. Нежусь. Постойте, этот шлем, мы его не можем никак снять? Можем. Мы вот карабкаться по таким лего-стенам. Мы можем втыкать, значит, меч, что ли, в эти стены? Кстати, я не думал, что так можно. Вот и лифт не нужен. Может, из-за этого лифта не работает, что как бы мы должны его активировать. Да, да, точно. Вот в этом и соль. Я думал, я что-то так делал. Нет, я делал все правильно. Так вот лифт нужно активировать. You're after fuel, right? Well, тебе топливо нужно, да? Какой-то придурок, смею язык, на, если ты его не знаешь, то обломись. Нужен протокольный дроид. Да, это проблемка, конечно. Ладно, эту штуку нам не взять, потому что у нас нет нужного нам персонажа. А именно Ре. Блин, надо как-то поднять чувачков наверх. А мы можем? Да, кстати, а мы можем.
Вот, рабочий лифт, наконец-то. Я не очень дружу с лестницами. В смысле, залезать трудно, а вот их язык я знаю в совершенстве. Постой, а ты тогда заберись, блин, и... Где ты вообще? Где он вообще находится? Тут, блин, какая искусственный интеллект тебя подвел. Чувствую, сейчас возня будет, он сейчас пойдет возня. Так, хорошо. Что ты тут делаешь? А, да, ты прыгать не умеешь. Что-то тут, а тут ты не мог спрыгнуть, нет? Нет, слишком сложно. Слишком сложно. Ладно, пойдем. Нам с тобой еще путешествовать. И Финн спустился. Кто тебя просил спускаться, Финн? Сейчас будем погружать нашего любимого дроида, который прыгать даже не умеет. У тебя, ты слишком неатлетичен, понимаешь? У тебя толку мало. Да если там уже... Там и будешь сидеть. Мне нужны герои. Которые, не знаю, лазят, где попало. Вот давай, забирайся. Теперь пошло оно. Сюда. Пум-пум-пум-пум. A protocol droid, at last. Он, конечно, протокольный дроид. Амамуна. Черт возьми, чем я занимался? Что я с вами? Вот, вот и... Как всегда, я смотрел куда-то в другую сторону во время всего этого. Инато. Инато. Инато, ребята. Это терминал Игната. Все понятно. Игнат сменил язык. Ах ты, маленький, противный. Засранец. Язык сменил на терминале. Наконец-то, да, да, это оно, ребят, мы, я знаю, мы очень долго добывали это. Ой, если потом езжает мой тоспик чувств на Джавский, я бы очень был рад помощи. На Джавский? Ну так позови Джаванс какого-нибудь, или как называется, чуваки, которые говорят на этом языке. И как бы вперед, го. Три из трех, да, я молодец. Как-то я прям очень много всего добываю, честно говоря, в игре. Так, крушим ящики. Уже хз, зачем у нас фишек более чем? Достаточно. Но было бы забавно набрать... набрать 2,5 миллиона достижения получить. Правда, знаете, здесь даже карточки за это не даются. Где моя мотивация в виде карточек? И меня PlayStation прислал имейл, типа, приключения галактических масштабов. Блин, ребят, я уже играю на боксе, чего вы меня донимаете? Заживо, все на палубу, живо, заживо. Не все в мире меняется. Не все, ты и сейчас меня бесишь. Если увидишь сына, верни домой. Хм. Как мило, какая семейная идиллия. И что же, мы справились? Да, ребята, поверить трудно, мы справились. На самом деле, это не было очень трудно. Золотой блок получен. Так, получили очки. Не миллион, конечно, но и дай соточка, ребят. Истинные джедаи за это еще куб не дают. Видите, их уже два. И зелененький мы собрали. Нет, зеленый. Красный не собран. Нет? Нет, по-моему, нет. Ну, смотрите, неплохо. Мы даже пару кусочков собрали. Так, грузовой корабль сопротивления. Раз. Транспортный корабль сопротивления. А из персонажей, ну, тоже должно много кого-то сейчас. Мы много кого, я хотел сказать, поиметь. Но нет, получить. Калулан Эмад, Гос Туверс. Или Эмад, может быть. Майор Колония. Интересное имя. Непнун. Генерал сопротивления. BU-4D, PZ-4KO, R2KT. Много же ботов нашел, ребят. Что же, а увидимся мы уже в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Можете ставить лайки, подписываться на канал, также делать репосты ВК. И мы скоро с вами увидимся. Пока-пока. До следующей серии.